Успешно покорив мировые подиумы, они вернулись, чтобы покорить нас. Это создатели Доманов со своей новой коллекцией Babel сегодня в Одессе. Безусловно, верно считать, что лучшее место – это то, где ты родился. Бренд Доманов основался именно здесь, в нашем городе. И сегодня мы отмечаем 9-летие бренда вместе с Одесса Fashion Channel. Мы решили завершить наше такое путешествие Одессой. Нам сегодня 9 лет, нашему бренду. И мы решили отпраздновать это показом в Одессе и порадовать наших почитателей, клиентов, друзей новой коллекцией в таком родном городе. Центром локации для презентации новой коллекции Доманов стала усадьба Морозли. Историческое место проведения лишь придает коллекции изысканный вкус, стиль и подчеркивает европейский подход создателя бренда. Мы искали очень интересное место, которое было бы не очень легко найти, но которое было бы историческое. И когда мы проходили по Одессе, выбор пал на это место. На самом деле мы давно хотели провести показ в этом месте. И так все сложилось. Это пригласительное, и нам пришлось допечатать, потому что желающих было много. То есть нам писали, хотели наш показ. На самом деле очень концептуально, и классно, что дизайнеры выбирают, как правило, вот под свои, да, личные показы вот такие интересные локации и приглашают гостей, да, посетить их, потому что это, ну, как-то, я не знаю, наверное, выделяет их среди остальных дизайнеров, да, которые там презентовались на других мероприятиях. Мне нравится очень. Решением дизайнеров закрыть сезон и презентовать коллекцию в старом особняке также послужила любовь к исторической культуре и памятке родного города. На мой взгляд, вышло просто превосходно. Ведь совместить историческую классику в тандеме с современностью требует немалых усилий. А посетить и увидеть все это великолепие могут лишь избранные ценители бренда на закрытом показе сегодня, 15 октября. Понравился сегодняшний показ, масса эмоций, впечатлений. Все было, как всегда, органично, красиво, круто. Я в восторге. Очередной просто шедевр от Доманова. Наверное, лет 5 уже точно я являюсь почитателем бренда. Мне очень нравится и близко по духу все, что делает этот человек. Это очень талантливо, красиво, удобно, и я с удовольствием вообще ношу его вещи, мне безумно нравится. Безумно понравился, очень интересные модели и очень хорошая работа дизайнеров. Я очень люблю на самом деле коллекции Димы и Алены, да, бренда Доманов, и слежу на самом деле за всеми их победами с самого начала, как бренд появился у нас когда-то. Была общая работа, в том числе, да, и на Одесса Fashion Day мы презентовали их коллекцию. Мне очень нравится, я очень много раз писал Дмитрию о том, что я себе хочу что-то приобрести, но я каждый раз как-то не в тему попадаю, да, тогда, когда уже, в принципе, все раскуплено. Но я надеюсь, что и у меня в моем гардеробе появятся какие-то очень интересные вещи. Вообще, мне очень нравится, ну, и концепция, которая есть в коллекции, и место, в котором презентовалась коллекция.
и ткани, которые использовались там, да, то есть мне целиком очень все нравится, уже все выложил в Инстаграм, поделился со всеми друзьями. Я хотела бы поздравить с 9-летием бренда. Это очень круто. Это очень, мне кажется, большой показатель того, что люди продвигаются только вперед и не останавливаются на достигнутом. Я желаю им процветания. Я желаю выйти на более масштабно выйти на международный уровень, несмотря на то, что они уже работают за границей. Только победы, только развитие, расширение бренда, и, возможно, в будущем мы будем знать о каком-то фэшн-концерне Damanov. Выражать свои эмоции, и, возможно, вы так же, как и бренд Damanov, решитесь на самые смелые эксперименты. Создавайте свою историю вместе с нами на Odessa Fashion Channel.